Всем Всем привет. привет всем. Всем Да, мы продолжаем наше улетное плото путешествие. Сидит медведь и рыбачит. Или стоит. А так как он видео вообще кто-то смотрит? Хоммейкер вообще-то. Я поймал рыбу, ладно. Я рыбачу, короче, кстати. О, плот слева. А? Там слева плот, ну да ладно. Нам нет, далеко плыть до него. О, там впереди остров. О, все, за железом. Все вместе. Точно, что ли? Нет, нет, я в воду упал. А кто остановит-то корабль-то? А все. Нет, успеваешь. Я тону. Поворачивай. Поворачивай. Да-да-да. Сейчас на парусе прикину. А парус включен? Да. Ну, в принципе, можно все. Не, ближе надо. Хотя я не уверен. Все, остановите. Мягко, да? А так останови. Сейчас. Главное, чтобы акула не села. Она на меня согрелась. А сейчас на меня. Я нам сейчас на всех похалу. Аоэ, Вера. Ало. Блин, у меня с собой топора нету. Несите топор. Я за железом. Я тоже. Нам железо очень надо, поэтому ну я ладно. Тебе советую за железо. А, ну и тут есть? Надеюсь, нет. Да, я уже нашел 3. Ой, я тоже походу нашел. Под водой ящик. Ну, я тоже 2 железа нашел. Железо одно было. Прикольно. Мне кажется, на каждом острове есть один ящик. Под водой? О, я еще 2 железных нашел. Я понял, как она выглядит. Ну, такая зеленая. Она не зеленая, ну ладно. Зеленая? Первомутровая. Это уже оттенок идет. А, у меня инвентарь закончился, чего, блядь? Угу. Андрей, сзади тебя акула, остерегайся. Я умер. Молодец. Ты что, где акула плавает? Отъебись от меня, что тебе надо, блядь? Что, так я тоже хаваю? Да. Тут 2 акулы, блядь, плавают? Чё за хуйня? Одна вроде. А, блядь, она что, нас все хавают? А что если 2? Нам пизда. Ну всё, я добыл. Да блин, как она успевает? Чё я сделал? Она на всех грызет. Ебать, я не умер. Акула слова, блядь.
А. У меня места нет. Лекки публек. Короче, я железо переплавлю, сделаю эту штуку. Нафиг нам чертежи вот эти? Что за? А чертеж мачете нам нужен, нет? Нет, знаю, что. Ну что тогда? Оставите мне три железа эти. Не, я хочу сделать эту штуку, чтобы еду готовить. Окей. Надо акулу убить, блин, еще лук потом крафтить заново. Андрей, ну я сказал уже, попросил, блядь, дай. Где Андрей? Чё? Да я железо просил. Хочу котелок скрафтить. В смысле? А что, у нас уклеана закончился? Он у меня весь. А, дай. Сейчас подожди. Что там? Пластик берем. Вот, пластик. Где? Так, ну. Подожди. Ты разве не видишь, чем я занимаюсь? Да мне вообще написано, ладно. Как же это пафосно звучит всегда. Как вообще можно убивать акулу под водой? Луком. Зачем придумали весить типа... Ой. Весить рецепт, при том, что его не видно, блядь. О. Я могу два рагу... Ну как, что это? Барбекю сделать два. У меня есть на него ресурс. Но мне надо, чтобы атаку скинуть пляну. Атаку. Зачем? Дай. На. Я хочу сделать котелок, я его уже сделал. Куда его поставить? На свое усмотрение. Куда он душа пожелает. Он очень огромный. Прям очень? Ну, нормально. Ну ставь. Я его хотел к остальной еде поставить. Поставил? Ты кого поставил? Котелок хочу, говорю, поставить. А. Ты зачем пальцем тычешь в пол? Да пару хуряли. Во. Отличное место. Ну да, такой большеватый. А, вот куда рецепты можно видеть. Все, без вопросов. Я заготовку взялся. Давайте. Не хворать вам. Снова. Сейчас повесим все рецепт. Навожу опять за свое. Не корми, ты чё? Готовить. Гадина. А как туда вещи эти типа, закинуть? Ну типа вот да. Да куда ты повесил? Убери. Я не это хочу готовить, убери.
Подожди, сейчас. Так это ты поставил. Чё поставил? Это ты поставил, да. Кого поставил? Барбекю. Да, я поставил. Короче. Да, блядь, атаку! Я ж попросил попозже! Пофигу. Ну тогда все, рагу Андрея, да. Все. И что дальше? По-моему... А, доски. А что это? Еще одно. А чем тебе не устраивает то, что я все рецепты сразу повесил? Я тебе кто, блядь? Ладно. Так же удобнее. Можешь, не знаю, одну снять, к примеру. Поставить, что готовишь, сюда, например. Чисто рыбная хуйня. А, я суши не смогу сделать на средство. Да, это водоросли надо, яйцо какое-то. А яйцо хуй знает, где взять. У страуса стыбзить. А чё, это всё, вся руда, что у нас есть? Чё? У нас больше руды нет? Но у меня ещё с собой два железа. Не переплав. А, у меня в инвентаре. 6. Она вообще сколько готовится? А у вас там сундук? Там же, по идее, еще не одна должна приготовиться. Для одной мало, мне кажется, будет. Одна приготовится. Потом я еще на одну положу. О, ну-ка дай. А, глиняная миска. Как она делается? Из глины. А у нас глины нет, да? Пиздец. А, есть. Есть. У нас куча, по-моему, ее. Да. Я есть хочу. Всё, две могу... глины. Я все, я сделал, смотри. Щи. Ну-ка, подожди. Стой на месте. Блин. Надо одну фигнюшку запустить. Называется ножницы. А, да? Все. Подожди. Стой. Да почему? Чего? Ладно, так, во. Всё. Давай. Всё? Я схаваю. Подожди. А, блядь. Вредно хавать. А так, куда съесть, а? Я сейчас умру от голода. Алло. Да она в дыму. не хочет. Всё, я съел. Подожди. Ну, жил, хочет, хотел хавать. Дай мне глину. На. Еще фотки на. Она все равно в дому, ну ладно, пофигу. И так сойдет. На, тебе скину, короче. Все, я сделал. На, кушай. Зачем? Кушай подано, бля. Ну или что, или Андрею отдай. Что-то... Пальмы. Андрей, налови. Чё? Вкуснятину приготовил. Барбекю. О, там золотая идет штука. Типа, не тратится долго будет.
Ага. Зря так отказался. Да, на картошки поем. Я приготовил. Да что у нас ресурс есть? На овощной суп даже не могу сделать. У нас нет свеклы. А что, мы его все всрали? Ну, мы свеклу не делаем. Мы картофельные магазины. Да, в жопу эту свеклу. Вы это всю схавали, да? Печально. Можем, конечно, начать выращивать, если хотите. Чтобы еду нормально делать. Может, поплывем уже отсюда? А что, мы до сих пор стоим? Да. Блять. Я думаю, уже давно уплыли. А где батарейка? Где ее делать? Ее в этом... Какого? Слиток, хлам. Че, у нас больше рецептов нету? У нас меди нет, да. Нас, по-моему, хавают. Так и есть. Да ну. Брысь. Вот тварь, блин. Ну, сыгу. Стоп, у нас еще один? Почему у нас столько много рецептов барбекю, блядь? Почему у нас их три, блядь? Я серьезно? Один выкинул. Я один выкинул. Сейчас еще один выкину, блядь. Игра хочет, чтобы ты делал барбекю. Я-то не против, блядь. Да, вообще-то против. По твоему голосу. А, я выбросил рецепт с Тейгер Джемом, блядь. У них просто рисунки одинаковые. Так. Надо отплывать. А у нас джема нету, да? Эй. Нет. Я даже не знаю, как его сделать. Ну как-то можно. Так, якорь поднимите. Поднять и суду. А куда это? Кстати, если что, пути сгасите. Поднимите якорь. Ё-моё. Да что тебе? Якорь, одну кнопочку нажать. Это знаешь, это подойти надо. Найти кнопочку. А потом только нажать. Так, все прямо, можно сделать. А, точно. А я могу что-то попить прикольное сделать? Чтобы еще и вода не кончалась. Могу. А у нас ананас есть? А у нас ананас. Ага. А у вас? Я нет. Понял. Я бы так и сделал этот напиток там жесткий. Ананасов нет у нас? Не. Надо, можно вырастить. Давай. А, вот сейчас, кстати, арбузы вырос. Давай, ананас посади. Я сделаю ананас посади, я тут напитки какие-нибудь жесткие буду делать. Просто вот из арбузов напитки нет. У нас такой. Нет, крылья. Барбекю. Это не моя. Вот это вот вроде нет. А я, короче, этот... как он называется-то? Построил краскотерку. А зачем нам? Я не знаю. А, ты хочешь пот покрасить? Ну, попробовать, ну. Прикольная тема. Есть тут еще прикольные штуки? Фига тут мне краски сразу дали. Жесть. Сразу 90 краски. Ура! С 5 штук. О, тут можно даже с разными цветами. А, нифига. Фига, как работает, прикольно. Мне походу еще соковыжималку нужно делать.
Чтоб вкусные коктейли делать. Черный, желтый. Ну, сейчас сделаем. Рядом с этим столиком поставлю. А может там арбуз нужен? Ну, я про это же. Сейчас сделаю. Надо микросхему. Блять, у меня места нет, нахуй, все в еду. Все в еде, блядь. А почему радует еде? Блять. Его нету. Где это? Да. Доска, окей. 700 метров, это он? Нет, не он, это за ним четко. За этим островом. Че, снова усаживаться надо? Ну, я занимаюсь... А, чуть не упал. Блин, прикольный у нас пот. Говно. Почему он все время этот угол хавает? Каждый раз. Ну, нравится. Что ж поделать-то? Еще железо сейчас надо искать. Железо пиздец. Кстати, вот это, да, улучшено. Там, кстати, же можно улучшенные эти делать. А, останавливайте. Ой. А, отлично. Его обратно спустили? А, нет, подняли. Ой, наоборот. О, прикольно, четко на берегу. Давно мы так не высаживались. Угу. Что, есть ящик? Это, еще сок лианы добудьте, пожалуйста. Сок лианы. Зиметные слитки. А, вот. Тема есть. Че, так, краску теперь делать будешь? Угу. Ну, вроде все цветы собрал тут. А, пиздец, он огромный. Для того, чтобы соки, ну, эти всякие соки делать, он уже огромный. Я его, короче, рядом с этим поставил просто. А, блядь. А, да, блядь, для него этот нужен. Чем? Ну, аккумулятор. Вон она, у меня есть уже готовая. Не, ну я ничего приготовить не могу, у нас нету этого. Так вот. Ананас? Да. Может задержать, скоро вырастет. О, все. Сейчас, скоро будет. Кстати, Андрей, чекни, как это работает. Андрей, посмотри, как работает кисточка. А, нужны цветов до хрена. Да мне мало там. Шесть цветов. Там еще вот тут есть. Да, на каждый цвет по 6 цветов. О, еще узор можно выбирать. Ямайка. Что, у нас выросли?
Я, кстати, могу сразу очень много напитков сделать. Чтобы у нас манго много. Так. А где кружки? Были же. Я их выкинул. Очень, очень зря. Вот они, вот они. Вот они подо мной, подо мной. Вот. Сейчас, жду, когда ананасы вырастут. И начнется нереальный. А, ну типа не работает, когда на месте стоит. Она работает, когда только плывем. А-а-а. Да. Ба. Зато топливо не тратить. Кстати, можно пробовать производитель биотоплива сделать. По идее, оно будет дольше работать, чем дерево. Чё, вы около острова сюда были уже? Мы не плавали. Не плавали еще. Просто там черная семечка в воде. О, железо. Костя, иди сюда. Да, блядь, кот, ебись. Будь пока на тебя отвлекаются, пока мы тут добываемся. Он гондон! Он отгрыз, блядь. Варь, блядь. Сейчас коктейли буду делать. Я могу ровно пить сделать. Надо выйти? На улице мороз. Давай. Прямо мороз. Сколько времени? Ой, меня акула ждет. Кто за шо? Смотри, сколько градусов. Там мороз. Ты... Андрей, ну ё-моё, ты все испоганил. Да блин. Да что это? Такой бред. Бля, я хочу плот полностью перестроить. Андрей. Как вам идея полностью плот перестроить? Там кухню сделать, что такое, типа, такую тему, хранилище, например. Просто заебало то, что просто ходишь, ничего не понимаю. Ну да, блин, скример. А все, у меня патроны кончились, мне нечем ее убивать. Помогите мне, я умер. Андрей, поможешь? Возле плота. Возле плота где? В воде плаваю внизу. Она меня сейчас самого убьет. Я умер. Ладно, Андрей, я тебя сейвлю. Я тебя просто первого убью. А у меня стрелы кончились. А ты где? Я под водой. Где именно? А почему вы все еще в эту кровать ложим? Под плотом вообще. Гамак есть. Где ты? Это не вижу. Внизу, где акула плавает. Я тебя тут не вижу. Я вижу акулу, но тебя я не вижу. Я убил акулу. А ты где? Я где воды росли внизу. На дне, почти.
да? Да. Пиздец, что ты там делаешь? Меня акула там убила. Блядь, ты прям настолько далеко отплыл? Да. Где ты? Тут это железо, блядь. Меня кто-то несет уже. А, я замученный был. Да. Вот, на гамаке поваляйся. Окей. Короче, тут далеко от пота, а железа много. Кстати, ты добыл акулу, да? Да. Там просто много стрел должно быть. 8. Там дашь мне? Да не. Себе ставлю. Не буду стрелять, буду по приколу читать. Да-да. Так, пластик. Все, я облатно. Облатно? Облатно, да. Кто будет простой смузи? В принципе, можно. Я. Ты? Я. Сейчас я еще один готовится, потом еще один поставлю. А так, что по времени? А, эй. А, время сейчас чекну. Эй. Эй. Как я понял, говно, да? Ну неплохо. А, да, ну ладно. Так, по времени 33 минуты. Всё получается. До свидания, все. Да, все. До свидания, детский садик. Да, до свидания, детский садик. Привет.